В заключительном четвертьфинале чем прошел, играли друг против друга Джад Трамп и Люка Брисель. И Джад начал атаку в стартовом фрейме, однако смог лишь на 4 очка вырваться вперед. Брисель повел атаку. Набрал 38 очков, и Трамп после флюка начал свою погоню, вышел вперед во фрейме, однако забить последний красный ему не удалось. Воспользовался своим шансом Брисель и заметил, смог он добраться до цветных. Джад Трамп, забив зеленый шар, оставил в лузе коричневый и фрейм. Во втором фрейме провел атаку Брисель после точного дальнего удара. И сделав серию 56 очков, сделал он счет в матче 2-0 в свою пользу. Третьим фреймом повел атаку Люка. Удалось ему еще одна полусотенная серия, на этот раз 58 очков, и счет матча стал уже 3-0 в его пользу. Пока что ничего в матче у Джада Трампа не получалось. Нужно было Джаду обязательно выигрывать четвертый фрейм, чтобы размочить счет, и Трамп повел свою серию, набрав 35 очков. Ошибся Джад на красном шаре, а Брисель был точен в своем дальнем ударе, повел серию. Но набрав 30 очков, ошибся Брисель. Трамп вернулся к столу и довел дело во фрейме до победы, сократив свое отставание 20. В матче до 2 фреймов. В пятом фрейме повел атаку Брисель, однако набрав 5 очков, он ошибся. Трамп, сыграв сложный красный шар, повел свою серию. Но набрав 28 очков, серия дальше не пошла у Джада. Но зато Люка был точен в своем очередном дальнем ударе, повел серию и одним подходом смог взять очередной фрейм и сделал бельгиец первую сотню в этом матче, ровно 100 очков. 78. В шестом фрейме начал атаку Джад Трамп. 16. Удалось ему набрать 27 очков. И после выигрыша Трампа вновь точно провел дальний удар Брисель. 24. Повел он свою серию, которая снова оказалась полусотенной, 54 очка, и благодаря на этой серии счет матча стал уже 5-1 в пользу Люка. Люка Брисель, 16, and the frame. В седьмом фрейме повел атаку Джад Трамп.
Несколько непростых ударов пришлось ему провести, но тем не менее удалось все-таки провести хорошую серию, 81 очко и сделать счет матча 5-2. Это первая получательная серия Трампа в этом матче. Но в восьмом фрейме у стола оказался Брисель. Удалось ему раскрыть позицию и за один подход серии 78 очков взял Лука этот фрейм, и игроки ушли на перерыв при счете 6-2 в пользу бельгийского игрока. Foul. Judd Trump for Luka Brasel, 78 and the frame. Good, thank you. Good, thank you.